выпасть из дома. Нет, почти что еще один. Вот блин. Ладно, я накопил на вашего. Видите? Ему тоже не постоялся. Да, ребят, мы победили, мы победили. Клан Минкрафта. У нас нового нет. Минуточку. Это что, новое? Это новая штука, ничего. А тут новая карта есть. Интересно. Не, ну новой нет. Так, сама. Это Вдетрукса и Гидалмые. Свание. Вы не прикиньте, сколько этого свания. У меня было, ребят, давно вот такое вот свание с 3 звездами. А Настя. Какой свание. Тут давайте фусочку. Тут платье. Вот мечника. И вот тут пушку. Не, давайте, а вот тут разгенят. Нету. Ой. Сейчас нам найду. Давайте находите быстрее. Есть. Не было. А у него какой? Чего? Да вы знаете? Вы знаете, сколько я с таким буду сосаться? А гениатор есть. А у него нет. Мяу. Опять немножечко.
На, получил. Ага, он снял, он взял мечника. Ну, а я возьму автоматика на этот раз. Мне кажется, он знает, что я на кого-то копью. Да, я на кого-то копью, и что? Что с тобой думаешь? Я еще не знаю, на кого он даст мне копить. Где вот ты чё, обнаглел? Всё. Жди зомби апокалипсиса нагреть. Всё, значит, и так. А я бил огнемётика, и сейчас он тебя сосёт, твою пилу. Слишком хитрый он. И печей он получил. По заслугам. На этот викан почему-то не двигает, когда я подхожу так близко. Ладно, сейчас опилу возьму, и он тебя спит еще. Ладно. Слушай, он быстро и начал, ребята, он быстро и начал ходить. Ребят, его мутант очень-очень плохо защищает его базу. Видите? Мы его разбили его защиту, а он просто стоит, не стоит. Да, у Гасаса тебе нужно какой-то викан сменить. А что-то более серьезное. Конец-то есть. Хоть вот получил 5 по заслугам. Наконец-то 200. В общем, нет. О. Неплохо, Уса, неплохо. Бастучик, Уса, совсем неплохо. Так, ладно. А у меня еще есть 200. Постой, как это? Плохо. Ладно.
А, еще есть одно. Только две звезды, да есть опять. А, так это сколько длак я делал, получается. Да. Вот тут, кстати, о мной. Вот тут 100. А, так, ребят, получается, он кому-то поиграл. Ладно. Против мечника. А ну еще пока так... Сейчас он был канал Гауи Момент. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал.